Очередная посылка из Китая, и это у нас поляризационные очки. Шла посылка нам через новую почту, естественно, дополнительно надо было вбивать мне адрес доставки, иначе подправили на отделение, и не факт, что на мое. Дошла посылка за 20 дней с момента заказа, отправил продавец через 2 дня. Оценил у нас 5 баксов, хотя очки стоят 10 баксов. И здесь у нас написано фишинг, ИВР, не знаю, правильно читали или нет. Но эти поляризационные очки не только для рыбалки. Применение у этих очков очень широкое. Давайте по ходу распаковки расскажу вам, где еще можно использовать эти очки, помимо рыбалки. Значит, очки эти использовать можно водителям, велосипедистам, туристам, спортсменам и даже альпинистам. То есть очки эти снимают блики, солнечные блики с поверхности, например, вот для рыболовов это с воды, для альпинистов это со снега. Ну и просто можно зимой их носить, чтобы вот не блестел у вас снег. И я думаю, что даже можно использовать эти очки за монитором с глянцевым покрытием, чтобы тоже вот не блестел у вас монитор, блики эти снимать. Двойная такая вот пупырка. И вот в таком вот кейсике у нас очки. Продолжаем распаковывать. И вот они, наши очочки. Это у нас веревочка, чтобы очки у нас не терялись. Это у нас тест. Там какая-то рыбка. Ну, сейчас потестим. И вот они сами очки. А вообще, по-моему, еще должен был быть пакетик, если мне память не изменяет, на рисунке. И вот они сами очки. Такими вот коричневыми стеклами. Там есть синими стеклами, с черными, желтыми. Попросили заказать мне вот с такими коричневыми. Да, это очки я заказал на себе, это мне попросили. В данном случае их будут использовать для рыбалки. Но я же еще раз повторюсь, что не обязательно используют их для рыбалки. Ну и давайте затестим. Ну вот я сейчас и ходил, да, я вижу тут отчетливо рыбу. Вам ее не очень видно, я вот сейчас через камеру смотрю. Но здесь вот рыбка через очки. Видно отлично, то есть не подделка у нас, очки у нас настоящие поляризационные. И сейчас вот я смотрю на свою галогеновую лампу, на отражатель, да, не блестит, вот я четко вижу вот эти вот соты на ней, и лампу я саму вижу. Если просто смотреть, конечно, блестит, что пипец, а вот через эти очки не блестит. Давайте попробую как-то вот так вот сделать. И вот видите, рыба есть, рыбы нет. Рыба есть, рыбы нет, рыба есть, шайтан. Так что очки не подделка, поляризация на них присутствует, сами только что видели. Мне даже самому понравились очки, возможно, себе вот такие вот закажу в будущем. Не такой камуфляжной расцветки, но поляризационная. И сейчас вот я за камерой взял телефон, и вот просто я смотрю в телефон, и вижу в телефоне блики лампы. Когда надеваю эти очки, блики исчезают. Я вот вижу четко светодиоды с моей лампы светодиодной. Класс! Так, давайте посмотрим на веревочку в пакетике, а то что-то я как-то отложил, и мы ее не смотрели. Вот такая вот веревочка. Как она цепляется, я не совсем понял. Сюда вот просовывается, а это вот типа вот так вот зажимается вот этим кольцом. Угу. Понял, система такая интересная, так как вот здесь дырок нету, получается вот сюда вот так вот сунул и вот так вот зафиксировал. Ну да. И держится нормально, потянет. В принципе, как бы больше рассказывать нечего. Очки классные, сами видели, все работает, мне понравились. Кто хочет себе такие очки поляризационные, не только для рыбалки, но и для просто можно их носить как солнцезащитные, ссылку оставлю в описании, переходите, заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео.